На календаре 22 февраля, четверг. Значит, пришло время познакомить вас с тремя очередными интересными книгами, которые, возможно, займут почетное место в вашей библиотеке. Здравствуйте, уважаемые книголюбы! Рад вас снова приветствовать в нашей еженедельной рубрике «Librarius рекомендует». И сегодня мы подготовили для вас уникальный набор книг, абсолютно разных по своей тематике. И начнем мы, пожалуй, с книжки «Заряжен на 100%». Это заряженное издание в увлекательной форме расскажет обо всем, что связано с любительским спортом, начиная от выбора кроссовок, правильном питании, предотвращения травм и многом другом. Книга станет вашим путеводителем в здоровый образ жизни. Вторая книга, которую мы рекомендуем, посвящена любви. В своем романе «До встречи с тобой» Джорджо Мойс на примере двух персонажей из разных миров рассказывает о значимости случая, о силе любви, о желании и способности изменить свою жизнь. И, наконец, перейдем к изданию, которое захочет прочесть каждый мужчина. «Наука побеждать» Александра Суворова. Это уникальное историческое издание, которое содержит не только заметки полководца, но и ряд историй из его жизни, его высказывания по поводу современников и многое другое, дополненное интереснейшими иллюстрациями о подвигах автора. Все эти, а также и многие другие издания вы можете найти в сети магазинов Librarius, а также на нашем сайте www.librarius.md. Не упустите свой шанс стать обладателем данного уникального набора. Я желаю вам хорошего дня и до новых встреч! Чтобы стать обладателем данного комплекта книг, необходимо в течение дня зайти в Facebook на страницу «Утро на СТС», где вы можете ознакомиться со всеми правилами конкурса. Кстати, будьте внимательны, с сегодняшнего дня условия розыгрыша немного изменились, а победитель будет назван уже завтра, 23 февраля.